давай, я боюсь, я боюсь. Лето, пляж. Ну, знаешь, подписчики любят такое, поэтому они же там лайки ставят. Бежит барабанная дробь. Это передача по домам, и вы в нашем холодильнике. Всем привет, ребята, с вами снова я, Маша, Денис. И Денис, конечно же, со мной, ну как бы как без него. В общем, сегодня у нас супер классный, супер новый, офигенный челлендж. Нарисуй все, и я тогда это съем. А если бы точнее, как он называется? Нарисуй то, что хочешь, все, что и я ешь, это съем. Хочешь есть. Короче, Денис никогда не в теме. В общем, нарисуй это. Самое главное, есть еда и есть я. Как вы понимаете, как я уговариваю Дениса сниматься в своих роликах. Я и ему плачу все едой. Как все. Ну а на этот раз он просто будет есть видео, потому что все идеально. На самом деле не все так просто, как кажется. В общем, очень классный челлендж. У нас будет альбом. Вот он, кстати. О май гад, вот такой вот классный альбом, на который мы будем рисовать абсолютно все. Это будут и вкусняшки, и говняшки, и вообще какие-то несъедобные вещи. В общем, мы рисуем, отгадываем, даже что это будут такое. Какашки Баксика. Но это не точно. Далее, мы будем крутить вот это колесо фортуны. И мы сейчас узнаем, кто будет есть какашки Бакса. Мы будем кушать их вместе, потому что здесь М Маша. И Д, это значит Маша и Денис. Гениально. Серьезно? Если кто не знал. И есть еще у нас такая часть, это никто. Ну, то есть никто из нас не ест, допустим, я не знаю, апельсиновый сок не пьет или еще что. Мне кажется, будет очень классно, весело. Я подготовила для Дениса такую прям перчиночку в прямом смысле этого слова, так что не забудьте поставить лайк. А я подготовил для Маши такую тухлиночку в прямом смысле этого слова. Думаю, что все поняли, все уже готовы. Начинайте посмотреть, как мы будем жрать всякую гадость, да? Вот вы же ради этого сюда пришли, так что ставьте лайк. Но мы тем временем начинаем. И да, подписывайтесь на канал, потому что у меня видео на канале как бы каждый день выходят. Каждый день. 30 видео в день. А бывает. Ой. В месяц. 30 видео в день. Было бы неплохо. 30 видео в месяц, 365 видео в году, а иногда даже больше. Так что подписывайтесь. Давайте, у нас цель 2,5 миллиона подписчиков до конца июля. Е-е-е! Я просто как все блогеры, знаете. А до конца сентября 10 миллионов. А до конца сентября я хочу собрать 10 миллионов. Так что давайте всей нашей дружной компании соберем эту цифру. И уже давайте начинать. Это был Степ, если кто-то не понял. Не, рисовать? Ну я реально хочу 2,5 миллиона подписчиков до конца июля. Я про 10 июля. В смысле. А, ну а 10 я хочу вообще завтра. Да. Сразу бриллиантовая кнопка. Погнали. Все, мы теперь будем рисовать, то будет первый слайд, давай скинемся. На суфа, раз, два, три. Yes, я первая, я первая. А что радуешься? Я первая. Ну, я буду надеяться на то, что как бы тебе попадется. Итак, первое, что я хочу рисовать, смотри внимательно. Ого, прикольно. Так, колбаса. Отгадывай. Сосиска. Это недавно появилось у нас в доме и появилось после челленджа. О! Блин, это перец, что ли? Да, это красный жгучий перец чили. Я его даже не Перчик. Смогла попробовать. Напишите в комментариях, это похоже на перец или нет. Я надеюсь на то, что перец будет есть Денис, потому что я не могу его даже понюхать, не то чтобы поесть. И сейчас мы узнаем. А мы будем его показывать? Ну сначала покрутим. Давай, а кто будет крутить? Я кручу. Хоть бы Денис. Погнали сюда. Это передача по домам, и вы в нашем холодильнике. Чтобы вы понимали, перец очень острый, и я руками не хочу его трогать. И никому не советую. О, никогда не трогайте глаза. У меня мама как-то, короче, готовила такой перец, почесала глаз, и, короче, было жесть, да, реально. Не совершайте подобных ошибок. Все, я одел стерильные перчатки. Можно мне его помыть? Окей, теперь внимание. Бежит барабанная дробь. Можно, не надо, пожалуйста. А целиком? Да ты что, я умру тогда? Ничего страшного. Да я умру, серьезно. Сохраняйся. Будет нормально, кусай. Да я умру тогда, ты что? Вот так. Мне вообще острый есть. Половина сказал. Вот так. Мне вообще острый есть. Половина сказал. Да половина. Маш, да кусай уже, да и все. Вот так надо кусать. Молоко. Да, это жестко.
Ребята, это было просто супер жесть. Я не смогла его даже проживать, но это было реально огненно. Если бы я его смело съела, то я бы реально кирдык бы вообще полный был. Теперь твоя очередь рисовать. Что же ты там хочешь, чтобы я покушала, вкусила, так сказать? Денис, походу, плохо. Ну, знаете ли. Перец. Хотел ты выпендриться, не получилось. Ну нереально, у меня все острое, у меня весь рот горит просто, он весь горит. Так, что хотел мне кажется, знать? Денису немножечко даже плохо, ставьте лайки, если вам жалко Дениса. Что? Бомжа Дениса, кому ты сказала? И ставь лайки, если жалко бомжа Дениса. Боже мой, это жесть. Да, это жестко. Давай, я готова смотреть, что же ты там подготовил для меня или для себя, я не знаю, кому попадет. Это какая-то пачка. Пачка, наверное, с конфетками. Пачка с дыркой. Это молоко? Нет. Это собачий корм? Напишу, понятно будет, да? Да. Я первую букву сделаю. Так. Вот такая пачка. Это сода. Да. Реально? Да. Ты хочешь, чтобы я поела соды? Ну да. Ты больной. Ну, после перца чили я буду есть соду. Ну, да. Хотя это не точно, потому что все равно все решится. Я же крутить фортуны. Буду. Давай, крути, давай. Блин. Мы будем вместе есть соду, вместе. Окей. И сода у нас, это, знаете, небольшой рум-тур по кухне какой-то получается. Открываем шкаф. Насыпай. Мне кажется, столько не надо есть, это опасно. Так, твой кусочек. За ваше здоровье, дамы и господа. А можно есть еще? Кусим соду. Все, съедай. Итак, у нас третий раунд. Мы поели соды, мы поели перца чили. Причем, мы ели все вдвоем. Вкусняшка будет? Ну, я не знаю, мы еще дойдем до вкусняшек или нет. Следующее, что я хочу нарисовать, короче, это будет... Ну, это типа бутылка. Ну, ты будешь какие-то догадки вообще строить? Нет, ты просто смотришь, молчишь. Меня это немного смущает. Но это не факт, что она зеленого цвета. Можно я напишу вот так? Соус. Соус соевый. Еее! Аплодисменты в студию. Я... Кто же выпьет соевый соус? А, ты же крутишь. Крути. Барабанная дробь. И это... Денис! Блин! Хотела, чтобы ты его выпил. Погнали. Я тебе подготовлю пока самую большую ложку, а ее нету. Так, я вот это... Поэтому. Ого, что, сдурела, что ли? Я подготовила для тебя самую большую ложку. Я не буду столько которая пить. У нас есть. Да ладно. Наливай. Надеюсь, он будет такой ядрененький, солененький. Ну давай, за подписчиков, чтобы 2,5 миллиона стукнуло прямо сегодня. Мне кажется, соевый соус не так уж и плохо. Чего ты так кочеряжешься? Я выпил. Ох. Ну, знаешь, подписчики любят такое, поэтому они же там лайки ставят вообще, там уже прям кликают, подписываются. Вы любите, когда мы друг над другом издеваемся. Теперь твоя очередь рисовать, и у нас сразу автоматически четвертый раунд. Я так показываю, как будто восьмой, но это только четвертый. Я хочу нарисовать что-нибудь по лайту. Я уже знаю, что ты нарисуешь. Да ладно? Да. Желтый есть? Это чашка. Это две чашки. Это суп. Это белый, как бы. Это молоко. Это хлеб. Это кружка с молоком. Это красный кокос. Вуаля! Шедевр! Согласитесь? Что это? Ребят, ну прямо сейчас пишите в комментариях, что это такое. Ну, здесь кто-то так неровно вот так вот. Да я не понимаю, что это. А там вот там. Ну вот что это такое просто? Это шедевральный рисунок. Я нарисовал по-другому немножко. Мои предположения, это масленка и в ней сливочное масло. Но мы не едим сливочное масло, и у нас его нету дома. Да, как вариант, кстати. Но это не оно. Тебе подсказку дать, что ты? Да, давай. Могу еще нарисовать? Да я вообще ничего не понимаю, что за фигня. Это яйцо? Похоже так, нет?
Яйцо. Какое? А, это киндер-сюрприз! Да! Боже мой! Это же жесть какая! Киндер-сюрприз! Ты знаешь, как он рисуется? Яичко красненькое, красненькое, беленькое. Нет! Это жесть какая-то! Ну это все, но только не киндер-сюрприз. Это нормальный киндер-сюрприз. Киндер-сюрприз – это топчик. Надеюсь, что мне он достанется. Киндер-сюрприз уже в руках Дениса, а это значит, что пора крутить колесо фортуны. Я кручу. И киндер-сюрприз достается Денису. Белишку пожрать, вкусняшку. Смотрите, как нарисовал его идеально, смотрите. Так вот. Пока Денис ест свой супер киндер, который уже крошится, и мне кажется, мы сейчас будем все в шоколаде, я нарисую свой следующий рисунок. Лол, просто кекчебурек. Я задумала следующее. Ага, как бы это нарисовать? Это реально будет жесть. Я думаю, ты, Денис, догадаешься, что это такое. Ой, что-то не совсем, конечно, такое. Лампочка, что ли? Нет. Оно вот такое вот все. Ты думал, ты будешь лампочку есть? Вот сейчас идеально. Ре. Пер. Блин, ты хочешь, чтобы мы перец кушали после чили? Это будет черный перец. Надеюсь, ты его сожрешь. Спасибо. Вы готовы посмотреть, кто будет вкушать черный перец? Маша. Да черный перец, а это даже смесь перцев. Ну смотри, я похоже нарисовала. Вот тебе ложка. Да конечно. Как ты будешь есть? Я промазала, мне кажется. Получилось. Какой-то соленый. Ну неплохо. Ну нет, это как-то лайтово, честно говоря. Ну а что, я все есть буду, что ли? Ну я думаю, ложку. И мы переходим. Какой-то уже раунд. Шестому раунду. О боже мой, жеп. Я хочу нарисовать себе. Это банан? Значит, я. Ну, перец у нас уже был. Это банан? Нет, я бить не играл. Я сам запутался. Что это? Но это в каждом доме есть. Серьезно? Наши деньги. На, серьезно. Ну так вот здесь вот. Ну чисто, она зеленая? Да. Если я сейчас 3 раз не отгадываю, ты сам это стопудово ешь. Почему? Нифига себе. Ну что это может быть, я не понимаю. У меня даже вариантов нету. Арсений, ты догадался? А, огурец. Это огурец? Да, это огурец. Если бы мне оператор не подсказал, что это, я бы в жизни не догадалась. Логично, что это огурец. То есть огурцы есть у всех дома, да? Ну, мне кажется, да. Напишите прямо сейчас в комментариях, если у вас дома огурец. Лето, пляж, солнце, огурцы. Огурцы в холодильниках там. Ну ладно. Помидорки сочные. Но огурец, огурец я бы поела, потому что мне кажется, он вкусный. Я же вкусный. Так, ты все время крутишь. Ты не заметил? И низ. Мы идем вместе. Огурец. У нас есть огурец? Беги за это в холодильник. Пойдемте со мной. Это программа по холодильникам. А, вот. А, у нас есть. У нас есть испорченный банан. Надо использовать это в качестве контента. Так что сейчас нарисуем испорченный банан. Блин, ну вот слушайте. Тут идеально. Похоже же. Просто идеально вообще. Перфект. Ой. Вот и разделили. Давай вот так. Спасибо, что ты его нарисовал. Честно, зрители ждут какой-то перчинки, а ты огурцы рисуешь. Согласен. Мне интересно. Вот я теперь нарисую такое. Вы точно от меня этого никогда не ожидаете. Седьмой раунд. Ну там что-то нарисовано, вот так вот оно такое все. Да. Что это, дамы и господа? Пишите скорее в комментариях. Оливия. Оливия. Давайте я кручу блин. Ну что это хоть? Масло? Масло? Оливковое? Оливковое. Кто проигрывает, тот выпивает чайную ложку. Капец ты вообще! Офигела, блин. Ну что, я крутила и мне еще надо масло пить. Эпично заходит с кадра оливковое. Слушайте, масло. Слушайте, смотрите, у меня есть огурчик, масло. Ты можешь сделать себе салат. Бонжорно, месье, оливой, пармезано, огурецом. Подожди. Так я сам возьму. Нет.
Открываем. К тебе залетает самолетик. Сейчас прольешь, мне кажется. Давай, давай, давай. Вкусненько было. Очень мерзко. Реально? А что лучше, соды поесть или оливковое масло? Может, ты жрать уже перестанешь, у тебя огурца сейчас не было. Соды. И мы переходим к следующему раунду. И у нас 8-й раунд. Икс 9, я вообще не знаю, запутался. Не суть важно. Короче, к нам пришел Баксик. Вот такой вот мопс. Он спит сегодня, он устал вчера, потому что гулял, у него была фотосессия, все дела. И он устал. Все, ну а мы рисуем рисунок. Так, мы будем рисовать жестуху. Ну что, говорит, рисуй-то, ну рисуй быстрее. Бакс, не ты рисуешь, а я рисую. Понял? Ну-ка, смотри. Ну рисуй быстрее уже. Ну. Это порошок для белья? Нет, там все написано. Это буква? Да. Я думала, это какой-то у тебя рисунок бешеный. Сода. Сода была, это синяя упаковка. А, это синяя? Еще осталось отгадать две буквы. Сода. Нет, точно подходит, но это не то. Ну а чего тогда? Ну с Баксиком, с Дэгилом вообще, я не знаю, что там. Это соль. И ты сейчас будешь есть соль. Почему? И Баксик, наверное, тоже. Сейчас мы будем крутить колесо фортуны и узнаем, кто будет есть соль. Соль, серьезно? Да, ложку соли. Подожди, я кручу. До этого крутила уже. Это будет Маша. Открываем шкаф. Достаем. О, нифига, она реально такая. Смотрите, как она выглядит. Я просто как бы даже понятно все по вам. Видишь, да? Идеальный рисунок. Рисунок соответствует. Ты знаешь то, что если съесть ложку соли, можно оказаться там? Нет, не знаю. Ну ты сейчас попробуешь. Давай. Берем ложку соли с горкой. Давай. Да блин, страшно. Давай. Да я не буду столько есть. Давай, да кто ложку соли ест? Я чё? Могу съесть ложку соли. Нет, всю ложку съедай. Это уже жестко. Да, это жестко. Огурчика можешь закусить. Фу, это так мерзко. Вон огурец можешь закусить. Фу, это была реально какая-то жестуха. Все самое тухлянское мне. Перец мне, сода мне, соль мне. А, ну там у тебя пожестче, конечно, бывает. Итак, у нас сейчас будет финальный раунд. И на этот раз рисую я. Я, наверное, нарисую что-нибудь. Вкусняху нарисуешь? Да ну вкусняхи ты и так пожрешь. Но это не точно. Смотри, я отгадываю. Вот такое. Вот такое вот. Сникерс. И написано. Блин, это будет сразу понятно. Фе? Три в одном? Да. Кофе, что ли? Ты должен сухой выпить кофе, вернее, съесть. Вы когда-нибудь ели сухой кофе? Да. Смотри, идеально нарисовала. Просто вы посмотрите, я мастер. Мастер, ладно, давай скидываться, мастер. Мастер, я думала, ты будешь есть. Нет. Боже мой, сейчас мы узнаем, кто будет есть на эскафе три в одном. Хоть бы Маша. Ну что, дорогой мой. Молоко можно запить? Нет. Давай я тебя прям вот так засыпать. Я сам буду. Да давай. Придурок. Ну что, как? Ну скажи, как. Ну ладно, я ради тебя вкусно, попробую. Вкусно. Че, реально? Да нормально! Капец, вообще, это вообще вкусно! Да вкусно. Кто не пробовал? Не пробуйте. Ну что, дамы и господа, я это посвящаю вам. Теперь вы все попробовали кофе 3 в 1, и даже моя камера попробовала кофе 3 в 1, и даже оператор только что попробовал кофе 3 в 1. Понюхал. Сухой. Да, и даже Баксик, наверное, тоже попробовал. Посмотрите на наш срач. Это все благодаря тому, что мы молодцы. Надеюсь, вам понравилось и вам было весело вместе с вами. Так что давайте ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я реально хочу 2,5 миллиона подписчиков до конца завтра июля. Завтра! Да, шучу.
Подписывайтесь, я буду новым рада подписчикам. Да-да-да, так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а на этом все. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Если хотите вторую часть, более жесткую, то давайте соберем сколько. И пишите там, что сколько нарисовать. Сколько соберем? Не знаю. А, давайте соберем 55 тысяч пальчиков вверх, тогда мы снимем вторую часть, более жесткую. И пишите в комментариях, что нарисовать в следующий раз. Какие ингредиенты? Я уверена, что будет кошачий корм, собачий корм. Так что какашки, вы баста. Очень предсказуемы, если так напишите. Но реально можно придумать что-нибудь прикольное, так что пишите в комментариях. Ну а на это все. Спасибо, что были с нами. И до скорых встреч. Всем пока!